Понятно, что Шериф и так был бы фаворитом, независимо от того, где бы эта игра ни состоялась, но плюс домашние стены еще больше укрепляют болельщиков тираспольского клуба в уверенности. И вот, да, свершилась, началась игра. Давайте по составам Академии. Гости сегодняшнего матча. Кристиан Аврам в воротах 12-й, 2-й Сергей Кожакарь, 4-й Василий Жардан, 7-й Валерий Тирон, 9-й Игорь Пикущак, 11-й Василий Салтан, 13-й. Подача. Ух ты, какой момент! Кошелев забирает мяч в собственные ворота. Не сумел добавить Юлиан Ерхан. А сейчас едва не случился автогол. По-моему, это кто-то из своих срезал сейчас мяч в ворота Алексея Кошелева. И чудом Шериф сейчас не пропустил. У нас ответная атака. Жо! 1-0. Подача, голевая передача в исполнении Жо. И поздравлять, по-моему, будут Йосипа Иванчича. Пока не увидел четвертый арбитр, это Габриэль Тупичка. Ну а у нас Жо может сейчас на ударную позицию выйти. Угол, правда, острый. Ну и вот с этого дела на себя. И моментами это идет, конечно, в минус. Командным действием Гонсарь бьет в нижний угол. Но здесь ждал этого удара Кристиан. Ошибся. Был бы очень неприятный обрез, как вот сейчас, например. Галешич перехватывает мяч направо. Здесь Жо Сантос сейчас справа оказался. Это... Дача! Штанга! Энтони Голец. Передача! И опять они забивают тираспольчане. И опять были к этому очень близки. На этот раз Новиков. Итак, смотрим. Суворов против Кошелева. Суворов разбегается! И вот вам лучшая иллюстрация. Опаснейший удар в ближний угол. С большим трудом Кошелев ворота спасает. Постарше будет Субботича, да, по-моему. Смотрю, сейчас я, у меня есть в протоколах. У нас Суворов 87-го года рождения. Позже посмотрю, какого года Субботич, потому что у нас Шериф едва второй мяч не забил. Делал передачу Жо Сантос. Здесь штрафной мечется. Уже Кристиан Аврам пришел головой, толкает мяч в сторону ворот. Кошелев забирает. Пустые ворота. Максим Юрку. Удар! И мяч отскакивает выше ворот, перепрыгивает ворота. Вот это... моментище. Максим Юрку. Помним, кстати, два таких момента в матче с Зимбру. Один раз не засчитали. Сегодня, кстати, не пропустите. Сразу после новостей компенсированное время. Разберем подробно этот момент. И кто прав, кто виноват. Ну а пока поздравляем всех болельщиков тираспольского Шерифа. И тех, кто переживает за эту команду. С тем, что Шериф вышел в полуфинал. В полуфинал Кубка Молдавии.